Увеличить залог до 5 миллионов гривен просят прокуроры для фигуранта янтарного дела народного депутата от Народного фронта Максима Полякова. Такое ходатайство внесла сторона обвинения. В САП подтвердили, парламентарий все же надел электронный браслет, но сделал это с нарушением срока. К тому же Поляков до сих пор не сдал дипломатические и заграничные паспорта. Поэтому прокуратура просит зачислить в госбюджет ранее внесенный нардепом залог и назначить новый.